нас есть друзья, которые, можно сказать, за нами следят от Мюнхена до Луганска. Да, нет, серьезно. В интернете сейчас нет прямой трансляции, но они обязательно будут смотреть это завтра. И вот в Луганске сидит такой Сергей Климов, участник этой страшной декабрьской ночи. Когда, Коля, было 27 декабря? 27 декабря 1979 года, да. Сергей Климов был один из участников этого переворота. Хотя он не брал дворец Амина, но у него было задание снять часового, да, и он там всю ночь сидел, точил кинжал на мокрое дело еду. Да. Вот. Но слава богу, потом этот часовой сам куда-то там спрятался, испугался и бежал там, прижался. А сейчас он сидит в Луганске, и его оттуда не вытянешь, хотя у них света нету, но иногда дают, иногда у них включается, в том числе и интернет. Поэтому, когда он услышит это дело, да, пускай он вспомнит. Вот для него песня об этих первых днях называется «Звезда над городом Кабулом». Горит звезда над городом Кабулом, горит звезда прощальная моя, как я хотел, чтоб родина вздохнула, когда на снег упал вот океан. И я лежу, смотрю, как остывает над минаретом синяя звезда. Кого-то помнят или забывают, о нас и знать не будут никогда. Без документов, без имен, без наций лежим вокруг сожженного дворца. Горит звезда, пора навек прощаться, разлука тоже будет без конца. Горит звезда декабрьская чужая, а под звездой дымится кровью снег. И я слезой последней провожаю все, чем впервые расстаюсь навек. Горит звезда над городом Кабулом, горит звезда прощальная моя, как я хотел, чтобы родина вздохнула, когда на снег упал вот океан.